Привет, друзья! Ну что ж, мы играем в Хаус Флиппер. Так, давайте, знаешь, что сделаем? Купим дом. Купим какой-нибудь домик. Так, заходим в браузер. Имеющийся проданный для покупки. Так, у нас сколько денег? 9 миллионов. Так, хорошо. Давайте тогда купим какой-нибудь домик. Вот этот за 7 миллионов. Он самый такой более-менее подходящий мне. По деньгам. А, значит, что такое? Продаю дом, нуждающийся в ремонте. Уже много лет там никто не живет. Но его состояние оценивается как хорошее. А в доме имеется 3 комнаты. Одна ванная комната и один бункер. Ух ты. Так, посмотрим, посмотрим. Так, срач везде, грязь. Так, на этом фотографии и заканчивается. А, ну что ж, покупаем дом. А, ты купил новый дом, хочешь в него переехать? Так, если ты хочешь остаться в офисе, то можешь перейти в купленный дом в любой момент. Так, остаться. Мы этот дом еще для продажи купили. Так, ладно, выходим. Давайте пойдем в наш домик. Так, указание, если ты выйдешь, твои результаты будут сохранены автоматически. Так, перейти в старый дом с бункером, да. Вот этот дом. Мне нужен телевизор во время апокалипсиса, кто-то пишет. Так, ну вот наш домик. Давайте его обойдем, посмотрим по сторонам. Ага, везде росписи. Надо все это помыть, убрать. А, ну давай с черного хода зайдем. Так, дверь какая-то вся обшарпанная. Ой-ой-ой-ой-ой. Какая грязь, ребята. Окна, все-все-все-все, паутина. Так, а тут что? Комната какая-то маленькая. О боже мой, тут все надо выбрасывать. Давайте тут посмотрим. Ох ты, ё-моё, эта кабина как нормальная или нет, алё? А нет, это все надо выкинуть. Все-все-все, ребята, все полностью повыкидывать. Офигеть. Так, и тут еще какая-то комната. Давайте зайдем. А, ну это типа... О, это что такое, бункер? Так, приподнять. Так, давайте уберем пока кровать. Ну, давай другую комнату пока поставим сюда. Это люк. Ага. Так, это что такое? Во, прикольно. У него люк, а бункер с этой комнаты. Понятно. Давайте зайдем посмотрим. Так, это надо все выкинуть. Так, ух ты. А это, в принципе, хорошая штука. Так, ладно, сейчас мы все это посмотрим. О, тоже все это выбросить надо, ребята. Так. Включить, выключить свет. Ну, пусть свет пока погорит. Ох ты, автоматы. Это хорошо. Так, это что такое? Всякая еда. Так, а ну-ка. Давайте поставим сюда куда-нибудь баночку. Ладно, это все мы с этим всем разберемся потом. Да, давайте сначала в доме уберемся. Так, а у нас, по идее, бункер должен где-то с крыльца, ой, из дома где-то открываться. Плохо, что здесь гаража нету. Ну где-то тут должен быть тоже выход в бункер. Вот, ребята, люк. Да. Вот, получается, люк бункера. Сюда заходишь, и можно попасть в комнату. Тут книжки, ну это хорошо. В принципе, книжки всякие. А вот можно в квартиру зайти. Прикольный бункер. Кстати, вот американцы, они очень любят бункеры. Так, это что такое у нас? Это у нас, походу, огурцы. Вот я не могу понять, это они свежие огурцы или нет? Такие какие-то мутные. Ну, наверное, свежие. Слушай. Какая-то банка. А, я понял, что это за банка. Я ее сюда сейчас поставлю. Пинаут бутер. Это специальный такой... как он называется? На хлеб намазывать. Арахисовое масло, точно. Так, это мне нужно выбросить, да? Все это дело. Так. Так, давайте это все очистим. Очистка. Во. Сначала это все подчистим. Где у нас тут грязь? Чтобы все чисто было. Мы это ничего выбрасывать не будем. Мы это аккуратненько все сложим. Ребята.
Давайте здесь бункер немножко уберем. Где у нас еще тут грязь? Ага. Так, эта вещь не чистится, потому что его нужно выкидывать. Так, а здесь у нас есть грязь? Так, я пройти не могу из-за вот этой штуки. Так, давайте перенесем банку. Сюда поставим пока. Я тут это не знаю, что это такое. Вообще, что это такое? Банка с краской или что? Так, ух, чига, я все выбросил, ребята. Так, а ну-ка. Во, остается только реально что нужное. Так, вот это, смотри, стул. Выбросить. Хотя, в принципе, хороший стул был. Можно не выбрасывать было. Так, это тоже сейчас все повыбрасываем. Ого, бутылка аж улетела. Фига, я выбрасываю как. Ну все, это, в принципе, все нормально здесь. Все хорошо. Даже автоматы нам с автоматами продали. Так, а это нормальная душевая кабина. Только ее почистить, помыть надо якобы. Либо тоже. Так, один унитаз — это просто минимум, ну, что может быть. А, ну что, унитаза нету. Так, а где у нас тут продажа? Вот. Вот эту фигню продадим. Ладно. Дальше посмотрим, что можно продать. Не знаю, банка чего-то, непонятно чего, тоже продадим. Так, канистра нам пригодится. Так, дверь тоже нужна. Так, это мы удалим, это мусор. Так. Это тоже весь мусор был. Удали. А, ну удали — это значит выкинуть. Так, это продать мне я не буду пока. Стеллаж этот продавать. Так, прицелиться предмет не может, прикинь. Так, все, удалили. Так, это продать. Нет, продавать мы пока ничего не будем, ребята. Просто вот это повыбрасываем. А, давайте дальше уберемся вот здесь. О, фига какая чистота сразу стала. Так. Ну, это стиральная машина, это старая. Давай мы ее тоже продадим нафиг. Вот. Стеллаж этот продавать я не буду. Так, вот это мы удалим, выкинем, значит. Все. А, вот еще, да, у нас. Остальное все нормальное. Так, ну эту полочку я бы тоже. Оно, если она не отмоется. Блин, она не отмывается. Ее нужно новую купить полочку. По-хорошему. И, а книжки чего так? А, нет. Стеллажом менять. Да, вот эти вот банки тоже. Божешки мой. Вот это пустая банка, да? А че, зачем эта бутылка так стоит пустая? Давайте ее продадим нафиг. Немножко это тоже. Так, а что напишут? Это достаточно запас воды. Это запас воды достаточно теперь. Нужно что-то там за водой идти. Это солить запасы, можно с ним вешать. Ну, понятно, что лучше их не продавать. Ну, запасы эти ставить. Так, ладно, давайте мы вот этот стеллаж поставим аккуратненько. Вот так вот. Ух ты, банка упала. Так, это тоже стеллаж. Мы сейчас его попробуем ровно поставить. Чтобы он стоял. Вот так вот, да? О, половина упала. Так, этот стеллаж тоже ставим. Так, вот он красненький. Вот так вот ровненько, да, стоит? Текс. Блин, или не ровно стоит, а? Как его теперь поставить? Так, вот здесь он. Да, на. Вот так вот будет ровно стоять. А назад почему-то он не ставится. Слушай, вот проблема. Фиг знает, короче. О. Сейчас мигать стал. Ну, давай здесь поставим. А это что такое? Какая-то банка. Так, давай вот эту непонятную банку сюда поставим. Запас воды, да это пустая бутылка, в смысле запас воды. Тоже пустая. Ну ладно, пусть стоят, если им не нужны. Они просто-напросто себе наберут воду. Так, сапожки, куда их поставить? Ну пусть тут стоят, в уголку. Никому они не мешают. А, банки мы здесь себе поставим, снизу, на стеллаж. Здесь, в принципе,
Хорошее место. Оно не упадет, нет? Оно стоит нехорошо. Блин. Это что, у нас фасоль какая-то? Какой-то горох. Так, ладно, с этими банками я потом разберусь, слушай. Давайте, наверх поднимемся. Займемся комнатами, ребята. Какую комнату мне начинать? Так, приподними, чтобы поднять. Ну, кровать еще хорошая, в принципе, но я бы ее продал, конечно. Давайте начнем, наверное, с вот этой комнаты. Будем продавать здесь все. Так. Ого, стол аж перевернулся, бедолашка. Все это удалим. Все это выкинем. Это все не нужно. Мы тоже все баночки повыкидываем. Так, это что у нас? Где 300? Шкаф. Нафиг его, старый. Старье такое. Так, здесь нам нужно уборочку навести. Ну, в принципе, готово у нас. Так, дверь эту я ставлю, она мне нравится. Хорошая дверь. А, что ее продавать-то? Все нормально. Здесь главное все покрасим. Так, вот эту канитель тоже надо выкинуть. Старая. Повесим то, что чуть поинтересней. А, давайте вытерем пол, везде помоем. И начнем потихонечку обустраивать эту комнатку, ребятки. А если вам понравилось, то ставь лайк обязательно, пиши комментарий, что понравилось, и ты ждешь следующую серию, и мы будем снимать дальше. Конечно же, мы будем снимать новые ролики. Ну, а на этом пока будем заканчивать, так что всем большое спасибо. Комната у нас ждет в следующем ролике. Всем пока-пока.